Prea milostivă, Maică, și-al milei scump izvor, nădejdea mântuirii, scăparea tuturor. La tine vin cu lacrimi când sunt îndurerat, la mila ta, măicuță, cu grea durere ca. Господню, он по просьбе святых апостолов изъясняет нам суть этой притчи. А именно, мы все с вами услышали, в чем состоит и что означает сия притча. А именно, что сеятель — это Господь, а семя — это слово, которое Господь сеет в наши сердца. А также мы уразумели, что, оказывается, вот это семя, слово Господне, оно может попасть на разные, в разные места. То есть та земля, на которую оно попадает, это сердца наши, человеческие, и они, наши сердца бывают разными. У кого-то сердце твердое, как дорога, у кого-то сердце имеет множество камней, и даже если семя прозябло, все равно из-за того, что нет глубины земли, и корни не могут как следует вырасти, вот, углубиться в эту землю, ихняя вера до поры до времени. А также, даже если семя попало на вот хорошую землю, но там тени, а также вот тени, они не дают растению нашей веры вырастить. И вот четвертый вот место, где попадает вот это семя, это является хорошей землей, которая приводит приводит плод. Нам все это понятно, но вопрос, который мы сами себе задать, это состоит в том, что к какому из этих категорий я, как христианин, принадлежу? К первой, второй, третьей, может, к четвертой? Если мы объективно вот подумаем о себе, сделаем экзамен самого себя, то мы заметим, что, оказывается, мы принадлежим и к первому, и к второму, и к третьему случаю, меньше к четвертому. Может, некоторые из вас со мной не согласятся и скажут: ну как, вроде бы я христианин, я принял семя Слова Господня, и все-таки я вот нахожусь в церкви, я прихожу в церковь каждое воскресенье, я держусь, соблюдаю посты, я молюсь, причащаюсь. Да, это так, я с вами согласен, но это никак не противоречит тому, чему я вам говорю. Потому что бывает иногда вот дни, когда наше сердце, оно становится настолько твердым, как дорога. Мы чувствуем сами по себе, что мы как-то окаменели, как-то охладели вот к вере. И мы даже приходим к нашему духовному отцу и исповедуем этот грех, говоря: «Отче, вот окаменело во мне сердце, оно стало действительно твердым. И я не могу, вот, охладела вот эта вера во мне». Такое бывает, конечно. И бывают такие моменты, когда мы вроде бы слышим Слово Божие, и ну, как-то мы по нашему нерадению вот не воспринимаем вот в наши сердца вот это Слово Божие. И, конечно, мы уподобляемся первому случаю. Конечно, в этом случае нужны слезы покаяния. Ведь и дождь, обильный дождь, когда льет и размывает вот эту дорогу, которая твердая, до поры до времени эта дорога после дождя становится мягкой. Но если ее не обработать, не поставить на эту дорогу плуги, не обработать эту дорогу, она опять твердеет. То же самое и тогда, когда мы приходим к нашему духовному отцу и
изливаем вот наши проблемы, говорим о наших грехах, и иногда даже плачем, вот изливаем слезы. Это хорошо, это помогает очень, очень много. Но если мы не будем после этого работать сами над собой, опять вот эта дорога нашего сердца, наше сердце оно опять каменеет и становится опять же твердой, как дорога. Опять же, в следующем случае, семя, которое попало, Слово Божье, которое попадает между камнями, да, оно быстро прозябло, но из-за того, что мало земли и корни не могут вот укрепиться вот это, в этой, слишком мало земли. Влага вроде бы есть, под камнями всегда есть влага, даже в летний знойный день есть влага. Но если нету земли, ветер подул и растение пропало, либо растение, либо дерево. В нашем случае наша вера. Вроде бы мы услышали Слово Божье, приняли его в наше сердце, но из-за того, что у нас в сердце очень много вот камней, вот этих страстей, мы вроде бы поверили, и мы говорим даже сами себе, вот я верю в Господа нашего Иисуса Христа, в церковь, но достаточно, чтобы было какое-то искушение, и все, мы забываем о Христе. Ведь от Христа отказаться можно не обязательно публично, чтобы все услышали, это можно сделать и тайно. Иногда даже мы от Христа отказываемся просто потому, что мы не соблюдаем Его заповеди. Вот, к примеру, Господь сказал нам такую, заповедовал нам такую заповедь. Любите тех, которые вас ненавидят, и благословяйте тех, которые вас проклинают. Но бывают такие случаи, когда кто-то нам что-то не так сказал. Мы обиделись, и вместо того, чтобы молиться о нашем обидчике, что мы делаем? В наших сердцах мы творим всякие помыслы, и очень часто это худые помыслы. И если так подумать, это действительно отречение от Христа, потому что мы, отрекаясь от Его, вот, от того, что Христос нас заповедовал, мы вообще-то отрекаемся от Него. Мы сами иногда этого даже не замечаем. Бывает и такое. Или, например, в третьем случае, когда семя упало между, вроде бы хорошей земле, но там тельни. Вот эти тельни, Господь их уподобляет богатству. Но богатство – это не обязательно материальное богатство. Ибо богатство – это тоже благословение Божье. Разве есть здесь какое-то противоречие? Нет. Это богатство, Христос имеет в виду богатство наших страстей. Мы настолько вот погружены вот в этих наших житейских делах, что мы, даже когда приходим в церковь, мы не можем сконцентрироваться хотя бы на пару часов вот только на молитву, только думать о Христе. Наши мысли убегают, улетают, и бывают по разным местам этого мира, да? Это из-за чего? Потому что мы во время на неделе мы слишком мало обращаем внимания на Священное Писание, мы сам очень мало обращаем внимания на самих себя. Мы слишком сильно вот завязли вот в эти вот житейские дела. Вот это является вот эти тернии. Даже вот в одной из молитв, из канонов перед причастием, там так и написано: «Господи, очисти меня грешного и опали тернии всех моих страстей». Вот богатство тернии моих страстей. Вот так, прямо так, дословно и написано. Вот об этом Господь имеет в виду. Конечно же, есть момент, есть дни, когда мы принимаем Слово Божье, оно настолько задевает наше сердце, и мы хотим вот следовать за Христом. Конечно, мы тогда уподобляемся той земле, которая приносит стократно плод. А что такое, что за плод Господь от нас ожидает? Это, конечно же, наши добродетели. Мы не должны забывать одно дело, что апостол Павел говорит, что Господь, Он один и тот же, Господь наш Иисус Христос один и тот же во веки веков. То есть Господь всегда своим промыслом, Он работает одним, одно и то же совершает. То есть Господь нам дает некое семя,
ожидает, если мы семя добродетели ожидаем, будем мы за этим семенем смотреть, будем мы орошать землю своего сердца молитвой, постом, говением, чтением святых книг, чтением святых отцов. Если мы сами над собой работаем, и из этого семени возрастает дерево, оно понемножку растет, Господь дает нам другое семя. То есть Господь не посеял один раз и все, этим свое дело закончил. По мере нашего возрастания вот в духовной жизни, Он все сеет в наши сердца и сеет. И, конечно, тернии, они остаются. Сколько мы не чистили вот сердце, вот землю нашего сердца, даже вот вы все прекрасно понимаете, что те, которые работали в поле, вот когда, например, кукурузу садили, до определенного времени постоянно надо вот эти все тени, весь этот бурьян, его уничтожить, чтобы растение выросло. Но после этого уже обычно не обращать внимания, уже до определенного возраста, вот после этого растение уже большое, даже эти тени, они не важны, пусть там и растут. Да, в наших сердцах эти тени всегда есть. Мы искоренить их полностью мы никогда не сможем. Но хотя бы мы должны позаботиться, чтобы вот это дерево, вот эти деревья, добродетели, которые Господь сеет в наши сердца, чтобы они хотя бы до определенного времени выросли, и потом они сами себе пойдут вперед. Мы даже сами этого не осознавая, мы просто будем подниматься духовно вверх, к Господу. Братья и сестры, я знаю, что это тяжело и легко говорить. Всегда легко говорить. И у нас много искушений, много всяких трудностей в духовной жизни. Но мы должны со всеми вами стараться. По мере нашей возможности. И, конечно же, если мы даже заметим, что что-то у нас получается, этим не гордиться. Просто если я подумаю о себе, что да, ну действительно, до поры до времени я принадлежал к первому, второму, третьему случаю, а сейчас я уже все-таки, понимаете, я уже хороший, во мне хорошая земля. Это тоже нехорошо, потому что можно возгордиться, можно впасть в прелесть, и тогда последнее бывает хуже первого. Конечно, и такое бывает, но всегда должны помнить, мы должны всегда помнить, что даже если мы поднялись на какую-то высоту духовной жизни, все-таки тернии наших страстей, они остались. То есть в нас, в нашей душе все-таки есть некая чистота. Вот эту нечистоту святые отцы, которые вели действительно высокую духовную жизнь, они постоянно чувствовали. И они постоянно всегда говорили, я самый грешный человек. Не думайте, что они лицемерили, или они ради глаз посторонние говорили, вот я самый грешный. Они действительно это чувствовали, они знали и чувствовали в своем сердце, что есть там еще много разных страстей, которые невозможно побороть. Братья и сестры, постараемся, будем бороться, идти вперед, не смотреть только вперед. Пусть Господь наш Иисус Христос поможет нам и не спасет нам благодать Духа Святого, чтобы у нас все получилось. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже. Слава тебе.